Sony Xperia LT26, Xperia S. И сегодня будем... Телефон включается, вот. Экран тусклый, скорее всего, вышел из строя экран. Сегодня будем менять экранный модуль, дисплей и тачскрин. Разбираем телефон. Не разбираю, пока ставлю на паузу. Сняли болты, снимаем крышку. Заднюю панель. Обращаю внимание на болты, не путайте их. Задняя панель прикручивается тремя видами болтов. Снимаем батарею. Здесь у нас находится внизу, у нас находятся разъемы тачскрина, дисплея. Разбираем. Здесь еще один болтик. Вот они, разъемы. Этот разъем основного шлейфа. Давайте пристегнем новый экран, проверим. Не очень удобно. Давайте с вами сделаем вот так вот. Соединили тачскрин. Ставим батарейку. Включаем телефон. Вот экран загорелся у нас. Сейчас проверим тачскрин. Проверяем тач. Вроде все работает. Можно приступать к замене. Выключаем. Соединяем разъем. Снимать будем термофеном. Чтобы понять, где сильнее всего приклеен тачскрин к корпусу, возьмите новый экран.
Пожалуйста, видите, здесь по периметру у нас тонкая линия. То есть больше всего у нас вот здесь получается, где отверстие камеры, динамика. То есть вот здесь вот. Следовательно, отсюда и будем снимать. Скрин пластиковый. Имейте в виду. Снимаем. Просто снимается. Далее нам нужно будет снять антенну, чтобы вставить разъем экрана. Отстегиваем ее. Вот он наш разъем. Сняли экран. Далее давайте проклеим поверхность, потому что на новом тачскрине у нас новый тачскрин у нас не проклеен. Проклеиваем двусторонним скотчем. У меня вот такой вот очень удобный. Нарезанные тонкие полоски, если у вас такого нету, то можно их нарезать из какого-нибудь широкого скотча двустороннего. Наклеиваем по всему периметру. Готовим поверхность. Поверхность готова, скотч готов. Вставляем экранно-дисплейный модуль. Ставили. Вставляем антенну. Будьте внимательны, здесь у нас находится кабель. Вот он, видите. И он должен застегнуться вот сюда, вот в этот разъем. Вот. Не очень удобно будет его застегивать, поэтому можно просто
откусить кусок пластика. Ничего страшного. Таким образом сняли, чтобы можно было свободно. Застегнуть антенный кабель в свой разъем. Застегнули и свободно сунули. Закручиваем. Не путайте болты, друзья, здесь их разнообразие целое. Длинные, короткие. Головки крестообразные, пятилучевые. Если первый раз разбираете телефон, то обязательно раскладывайте их так, чтобы потом не попутать. Застегнули. Вставляем батарею. Крышку. Точнее, панель заднюю. Застегиваем шлейф, вот этот вот шлейф сим-карты. Сначала. Застегнули шлейф, вставляем заднюю панель. Все должно прилегать ровно, обращайте внимание на периметр, на углы. Низ у нас вот эти три отверстия закручиваются крестообразными. И вверх пятилучевыми. В принципе, все. Это у нас была Xperia S. Подписывайтесь на наш канал. Кому видео было полезно, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Удачного дня.